хочу. Ты понимаешь, что у нас вылетит? Ничего не вылетит, связь нормальная пока. Ну, вылетит. Я тебе отвечаю, вылетит. Нет, если... Не вылетит, я сам выйду! Иди нахрен, давай. Режим игры меняй на охотник и ставь что-нибудь. Ну смотри, ты сам сказал. Вылетало, потому что интернет лагал. Если бы он сейчас лагал, он бы сейчас лагал. Давай. Охотник. Иди нахер. Если сейчас вылетит, то ты понял, ты сам пошел нахуй, вот. Если я вылечу, значит мне интернет залагал. Нет, если ты вылечишь, значит ты долбоёб. Да иди нахуй. Я не соглашаюсь, я на это не подписываюсь. Ладно, хорай обижаться. Чё ты обижаешься? Не обижаюсь, ты потому что просто такой. Это всего лишь игра. Ой, извини, это не ты, педик, это мир такой жестокий. Что я такой, что тебе не нравится? Что тебя отпиздил, ничего страшного бывает. Совсем бывает, чё ты очкуешь? Ну, блядь, ну не может же ведь какой-то, блин, крысёныш взять и завалить меня. Меня, Арчера, ты что? Меня, Бэтмена, даже вообще, это не как... Я тебя и без крысятничества попускал два раза красиво так. Особенно красиво, когда ты упал и когда ты бежал. Это было... Вот именно. Чё ты шифруешься, здесь не знаю, что вас покажет. Так где же вроде должен был быть чувак такой? А, в натуре. Не, это в компании, походу, а в охотнике нет. Так, у нас нету ликвидации. Они стоят, общаются вдвоем, твою мать. Тихо, тихо, ползем. Не сюда, вот туда. Я на прицеле их держу. А, кстати, мы уж можем снимать, как в ликвидации, даже без ликвидации, сейчас двоих, смотри. А. Давай договоримся. Погоди, так. Оба-на, они вижу, разошлись. Я вижу. Давай того дальнего попробую снять. Сейчас. Ты дальнего снимаешь, да? А я... Ты уже снял его? Нет, я... Я снял. Он кричит, хватит. Слушай, а что так долго? Я думал, у нас сейчас... Да потому что, когда его убил, он что-то вздрогнул, так, типа... И я стрельнул, и он еще больше вздрогнул. Я, получается, мимо башки промазал и вообще... Короче, он кричал, хватит. Не, ну... Ага, прикинь, такой... На тебя нападает шпион врага. Ты такой, не-не-не-не, хватит. Ну. Не, надо было четко в голову ему стрелять, ты промазал, значит. Ого, что-то прибежал сюда. Свет выключи. Что? А чё мне по-русскому пиздит? А, не, уже не по-русскому. Он по-английскому, но с русским акцентом. Так, отлично, снял. Подожди, давай, дай я гляну под зеркало. О, вырубил. Сейчас я гляну, помечу, если чё. А, я тебе сейчас покажу, как ты тогда сделал. Тихо. Сука. Не надо, не гони. Нет. Сейчас, а там ты что, только один? Вот ты тогда успел просто как так подбежать и выбить дверь, не нахуй. Понял. Не выбивай, нас посекут, это будет очень плохо. Не гони. Погоди. Я сейчас разберусь, ты подожди. Ты главное дверь не открывай. Я открыл случайно. Я могу закрыть. Вот, сиди там. Могу закрыть. Да, закрой. Не, закрой. Уже не могу. У меня он на ликве... А, ты полез. Он не подошел еще. Я могу тихо его сейчас вот так вот смотреть. Погоди. Ап! Я без ликвидации. Ты взял, саханул ликвидацию. А, да? Нет, да, я без ликвидации, я просто. А я думал, ты с ликвидацией. Да нет, ты чё? У меня три цели можно убить ликвидацией. Я чё, долбоёб, чтобы одного убивать? Ты! Будь здоров. Спасибо. Текс. Давай. А, теперь можем же Z пользоваться. Чёрт, а я и забыл. То есть... О, тихо. А, то эти. Что-то белое подсвечивается. Много чё. Иди, чуваки. Блин, а где чё? А где эти чурки? Люстру валить не будем, а то нас посекут. А, вон чурка одна, вижу. Вижу одну чурку. Минус раз. А, вижу. Завалил. Тихо, там чувак сразу. Он идет сюда. Я его помечу. Не пометил. Фак. Я его на всякий пожарный хотел пометить, я его могу сейчас. Главное, чтобы меня не заметил. Ой, блядь, сука. Не высовывайся. Он идет к тебе. Приготовься его мочить. Мочи его. Арчер, блядь, нахуй ты это сделал? Я потому что турель. А, ты в турели был. Ну ты... Но!
Ну ты, конечно, вовремя сказал, засранец. Я тебе давно сказал еще. Я просто не знал, что он к тебе сейчас пойдет. Так, сейчас я буду их ликвидации помечать. Хайда, пацаны, веселее. Если ты не мужик. Так, ладно, сейчас я... А, вон, тихо, вот идет. Сейчас я вот этого сниму, наверное. Сейчас. Не-не-не-не-не, я его... А, фак. Снимай того. Там у тебя, кстати, враг. Я вижу. Убей его. Убил. А, не, этого не убил. Так, скрутил ему шею. Вообще красиво скрутил. Help! Как... Что тебе help? Вот этого? Нет, уже не help. Что он там говорит, я не слышу. О, тихо-тихо. Молодец. Снял. Блять! Я обосрался аж. Он так неожиданно. Ой, промазал. Тихо-тихо-тихо. Мужик, мужик. А, он такой, знаешь, что сказал? Пиздец! Так, ликвидация двоих сняла. Пиздец. Так, осталось три противника. Надо в следующий раз, ну, сейчас на следующем уровне надо будет, ну, на следующей локации надо будет не затупить. Угу. Хочется снять 10, а не 20. Так, попробуем Z. Ой, красиво снял, теперь у нас ликвидация есть. У нас ликвидация на 2 их или у каждого своя? У каждого своя. Ну, зарабатываем мы, ну и тратим, да? Нет. Да. Зарабатываем, считай, одну, а можем потратить две. Не-не, если я потрачу... Давай сейчас попробуем, у тебя есть ликвидация, есть? Есть. Давай я ее потрачу. Сейчас посмотрим, у тебя она останется. Давай. Где противник? Где противник? Хуй знает. Наверное, там. Или нет? Турель не работает. КЗ. А, тихо, я по звуку сейчас могу их смотреть. Найду. Сейчас я по звуку их найду. Где-то тут орал, по-моему. Ага, ага, вот он, вот он, вот он, вот, нашел. Ага, молодцы, молодцы. Давай. Блять. По-моему, не потратил ее. Я его убил с ближнего боя. Буковка Е. Как это возможно? Один остался надо его шпе. Ну, у тебя еще есть там, типа, Е ликвидировать? Да. Ну, тогда ты не потратил. Фак. Просто он, я его отметил, он подошел, я его с Е хотел ликвидировать, но он его убил с ближнего боя. Это пиздец как печально. Угу. Ладно, давай обшариваем локацию. Может, он на улице? Не знаю, ты на улицу ходишь, что ли? О, да, он на улице. Так, один, ну, последний остался. Сейчас. Мочи его на Е. Да на Е шмочу. Замочил? Да, ликвидация пропала у меня. А у меня все еще есть. Блин, ну везуха. Ну вот я тебе врачу и говорил. Это хорошо, что так сделали. Но сейчас будем пользоваться этим. Пошли в другой сектор. Другой сектор. Сектор wins. Надеюсь, у меня место. Flawless. У меня места для записи, надеюсь, хватит. Да хватит. Куда денется? Я ассасина вчера еле-еле снял, получится. Вчера вообще настроение не было снимать. Подожди меня, ты меня ждешь, да? Ну. Ты обязываешься ждать меня. Ты обязуен ждать меня. Это как на свадьбе, должен сказать. Жена, угу. Да, и муж, да. Согласен. Тихо. Все, теперь тихо. Теперь мы с тобой маскируемся. Нифига себе, ты маскируешься. Давай. А, помнишь, как тогда? Там кореец. Угу. А я, кстати, мог сейчас выбить дверь, но не хочу. Я мог ее выбить, кстати. Хочешь выбить? Не надо. Я могу? Нет, цель высвечивается. Видишь, я чувака. А, подметил. Вижу, пометил. Ну, у тебя ликвидация есть, у меня нету. Угу. Давай, иди, я его могу просто в голову снять. Открой тихо дверь. Хотя не, лучше с ликвидацией. Давай, ты с ликвидацией. Блять, у меня даже дверь не открылась сейчас. Ой, нахуй ликвидация, а, с ближнего боя. Давай с ближнего боя, чтоб у меня. Ну тут нельзя перелезть. Фак. Тихо, шифруйся. Молодец. У меня ликвидация появилась. Слушай, так можно классно. Я буду тратить одну ликвидацию, а ты будешь их только чисто в ближнем бою. Это будет, конечно, нечестно, но это круто, mm-hmm. Что так можно. Пометил. Пиздец, конечно, звучит. Ты такой бесполезный. Да, мне плохо. Я могу чисто в голову без ликвидации. Понимаешь, если бы сейчас там кто-нибудь был бы, знаешь? Я понимаю, но эту карту я... знаю.
Там вроде никого не было. Да, на этом все. Пока что. Пока интернет нормальный не восстановит.